В общем, пока одни уже решают, куда отправиться на Новый год, другие наконец-то поставили точку в вопросе, где главной городской елки быть. А останется она на Театральной площади. Переносить на восточную часть острова Таташева ее все-таки не будут. Такое решение принял мэр Итхам Акбулатов. Напомню, самую высокую искусственную красавицу планировали убрать из центрального района. У театра оперы и балета поставить всего лишь 25-метровое дерево. Все еще будет обсуждаться, восприниматься, горожане к этому как-то отнесутся, и только после этого можно принимать такие решения. Поэтому в этом году, Новый год, 2016 год, будем встречать на старом месте.